Всем привет! Сегодня приготовим котлеты с начинкой в кляре. Берем фарш, у меня свиной, можно куриный. Добавляем хлеб, замоченный в молоке, мелко порезанный лук, яйцо, солим, перец, перемешиваем. Из фарша делаем лепешку. Сверху выкладываем кусочек масла и кусочек сыра. Закрываем. Делаем котлету. Делаем кляр. Берем 2 яйца. Солим, взбиваем. Добавляем майонез. Перемешиваем. Добавляем муку, щепотку соды, перемешиваем. Обмакиваем в кляре котлеты и обжариваем в растительном масле. Котлеты готовы. Всем спасибо за просмотр. Заходите к нам, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока-пока!